Мне даже чуть-чуть понравилось. А ты здесь развлекайся, девочка. Ну, мореход, конечно же. Следопыт, конечно же. Это у вас в крови. Нужно магию тебе качать. Ты чё там всякую фигню качаешь? Чё за фигня? Скрытность качать, значит. Нафиг ты скрытность качаешь? Тебя кто-то просил? Ты сраный маг. О, фельдмаршал. А стоит ли с ним вообще драться? Ну, не знаю. Где-нибудь здесь надо, наверное, высадиться и пойти вот сюда. Я собираюсь с помощью Сандра пойти вот сюда и грохнуть там всех врагов. Всех дракончиков. Ну, нападет он, фельдмаршал, на нас, так ничего страшного. Тут я всех победил. Одержу победу, как говорится. Так, тут мы захватываем эти вещи, чтобы от зеленого даже из ни слуха, ни духа не осталось. Время зеленого, как говорится, прошло. А где же сизый? Вот это меня беспокоит. Походу, сизый это хаос как раз таки. И где же этот хаос живет? О, оранжевый высадился. Молодец. Еще оранжевого. Много оранжевого. Очень много оранжевого. Оранжевое небо, оранжевое море. Оранжевые дети. Что-то у него мореходные качества у этого Сандера фиговые. Поэтому я, пожалуй, сделаю вот так вот. Высажусь и не буду париться. Так. Ты, значит, сюда поместилась. А где она еще не была? Вот здесь, походу, везде не была. На 21 уровня. Ну, не знаю, не знаю. Так. Окей. Нет, я больше доверяю своим водяным элементалям. Ха-ха-ха, 15 големов разбудили себе. Получи, сволочь. Вот и все. Все.
Ну да, теперь Архимаг, в принципе, он неплох. Ему вот тут какое-то колечко еще дали. Увеличивает здоровье. Да у него и так 310, я думаю, ему хватит. Ангелочка. Стоп, блин, я понял, в чем моя ошибка. Так. Мои 15 драконов. Блин, всех замочили. Это нехорошо. Общее замедление, общее марево. Пожалуй. Так, этими мы джинов закроем. Да джинов закроем, я сказал. Не трогайте моих джинов, сволочи. Удар змеи. Так, песнь мира. Нужна ли она нам? Или же лучше его замочить вручную, этого чувака? Нет, я не уберу отсюда. Ха-ха, я полечился. На тебе. Ангелище вонючее. Не трогай джинов! Сволочь, джинов моих трогает. 12 джинов потерял. Это просто отстой. Так, ну шмотки какие-то есть тут у нас. Странно, что героя не было, а шмотки есть. То сколько ж тут шмоток, смотрите просто. Какое количество их у нас тут. О! Все заклинания по вызову элементалов дают удвоенный эффект по сравнению с обычным. Это полезно. Так, вот, кстати, навык шарма усиливает. Тоже полезно. Капец просто, сколько здесь артефактов. Это что еще такое? А они вообще закончатся когда-нибудь? Вот, кстати, вот... вот,
тут героем можно атаковать всяких чуваков. А! Усилитель заклинаний. Да, это на джинов влияет хорошо. И это крутая штука, душегуб. Стоп, а это не повторение идет? Нет, не повторение. Воскрешение, кстати. Тоже... Капец, сколько у него тут артефактов. Все, наконец-то. Сообщил, что сегодня ожидается прибытие вражеского каравана. Ага. Прям-таки вражеский, прям-таки караван. Воскрешение берем. Пригодится, думаю. Так, призраков сюда оставляем. У тебя какие теперь заклинания есть? Так, ну, во-первых, тут 50 очков. Нет, у тебя есть все нормально. Медаль за мужество. Все армии не восприимчивы к страху. Душегуб. Вот это вот, знаете, я, наверное, надену. И вот это надену, вот так вот. Кудачи, 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 кудачи. Ага. По песчаной местности лучше передвигаться. Тоже пригодится. Так, вот это сюда. Все-таки душегубы и эта штука, они пригодятся нам. Где тут душегуб? Или мы его еще не видели? Да вроде ж видели. Тут где-то. Вот он. О, кольцо элементалов. Не знаю, пока что мне не нужно оно. Крепкий щит. Ага, плюс 30, а это плюс 20. Берем. Давайте что ли это поменяем. В принципе, у него маны хватает. Зачем мне еще мана ему? Магия природы. Все. Вот такие вот дела у нас. А помните, как я только сюда впервые попадал? То есть думал, о, здесь сейчас меня все поубивают нафиг. И все такое. А оказалось, что все у нас получилось. И на этом я, пожалуй, всем скажу пока. До следующих серий. Ставьте лайки, если понравилось. Пусть даже немного скучная, но все же серия моего замечательного летсплейчика. Ну, или же можете не смотреть. До следующих серий!